Добрый день, наши дорогие друзья, любимые подписчики. Начинаем прямой эфир, и он сегодня будет познавательный и веселый, потому что говорить мы будем об уходе за молодой и подростковой кожей. Это важно всем, и нашим юным подписчикам, и их родителям, поэтому обязательно подключайтесь. Информируйте ваших знакомых, кому это важно и интересно, а это все, чтобы они тоже подключались к эфиру. Мы еще пару минут подождем, пока вы подключаетесь. Привет, привет всем! А я пару слов скажу, что сегодня будет в эфире. Во-первых, мы обсудим нашу новую серию для ухода за молодой кожей N4W. Поговорим о уходе за подростковой кожей. И в конце, прямо здесь, в прямом эфире, мы приготовим мицеллярную воду. Поэтому обязательно досмотрите до конца, оставайтесь с нами на весь эфир. Я сегодня в студии не одна. У меня потрясающие гости. Нас, как в названии серии N4W, 4. И мы все немного волнуемся, поэтому, пожалуйста, закидывайте нас сердечками, лайками. Еще раз всем привет, кто только сейчас подключился. И давайте, наверное, представимся нашим слушателям, подписчикам. Я начну с себя. Меня зовут Таня. Я работаю в Центре научных разработок Faberlic. В 10 и 11 классе я училась в школе с углубленной химией, поэтому я в косметической компании оказалась. К сожалению, свободного времени у меня после работы остается немного. Я люблю заниматься спортом, общаться, встречаться с друзьями. И месяц назад я начала учить корейский язык. Ну, так, теперь ваша очередь. Я думаю, что я попрошу следующий представиться Алину. Да. Алина, вы точно... Алин, можно, извини, я немножко еще предварю твой монолог. Алина Бородина. Возможно, вы ее многие видели, потому что Алина — лицо серии N4W. Но если вдруг так вышло, что вы пока с Алиной не встречались... Алина? Всем привет! Меня зовут Алина. Я модель и актриса. Как уже сказали, я лицо этой вот линейки косметики. Снималась в рекламном ролике и для журнала. Я скоро еду в Корею как модель работать. Я тоже начала учить корейский язык, кстати говоря. Здорово. Да, и у меня на это уходит много времени, и ломается мозг. Это ужасно сложно. Это правда. Когда у тебя русские мозги, учить азиатские языки. Я люблю кататься на велосипеде, начала заниматься растяжкой недавно. И очень люблю сниматься и работать. Здорово. Как здорово, когда интересы и то, что тебе нравится, совпадает, да, с твоим, это безумно своим круто. Делом. И это только так недавно получилось. Я только год начала активно этим заниматься, потому что до этого весь подростковый возраст я думала, кто я, зачем я, чем заниматься. И вот только сейчас я в это вжилась и вот очень классно себя ощущаю. Здорово. Очень круто. Так, ну что, Ульяна, может быть, ты? Да, я Ульяна, мне 16 лет. Я учусь в 10 классе, но в каком? Я учусь в дизайнерском классе. Ух ты! Вот, люблю рисовать, монтировать видео, вот, слушать музыку люблю. Веселая, общительная. Это видно. Да. То есть химия не твой самый пока любимый предмет? Нет, по химии у меня в предыдущей школе была очень натянутая четверка. Сейчас у меня нет химии, чему я несказанно рада. Не в обиду вам, если что. У меня химия — единственный предмет, по которому была тройка один раз за четверть. Я никогда не любила химию. Ну, всего один раз это не считается. Ну, учитывая то, что всегда были четверки и пятерки, химия — самый нелюбимый предмет, потому что я его никогда не понимала. Это было очень сложно всегда. Понятно. Ну, тут, мне кажется, для меня люди, которые понимают химию, это то же самое, что знать корейский язык. Это вообще невероятно. А, ну... Ты знаешь, если честно, зная химию, в корейском это тоже не помогает, поэтому... Так, и Артём, что нравится, что не нравится у нас? Я люблю играть в компьютерные игры, логично. И раньше занимался спортом, сейчас уже все. Все, карьера завершена, спортивная. Что, мне 13 лет, в 8 классе учусь, вот.
А есть химия в восьмом классе? Конечно. Конечно. А, она, по-моему, начинается как раз с восьмом. Отлично. То есть что-то вы будете из моих слов понимать. Ну, да. Но посмотрим. Все, что не понимаете, спрашивайте. Хорошо. Хорошо. Я постараюсь вам объяснить. Ну, давайте, чтобы мы все-таки в косметической компании и будем говорить сегодня об уходе за кожей, поэтому давайте проверим, что вы знаете про кожу. Даже не так. Насколько вы осознаете, как она важна для нас в жизни, для нашего здоровья? Друзья, вы тоже про себя отвечаете на эти вопросы и можете даже в комментариях потом написать, на все ли знали ответы или нет. Будут варианты ответа, поэтому в формате блиц-опроса быстро отвечаем, не задумываемся. И Алина, что тяжелее, скелет или кожа? Скелет. Нет. Если брать кожу целиком, она у нас из трех слоев состоит, то кожа немного тяжелее. Удивительно. Да, скелет где-то 7-10 килограмм, а кожа может быть больше. Все зависит от роста, конечно. Ульяна, да. На коже живут микроорганизмы, ты знала? Да. Отлично. Как ты думаешь, для чего они нужны? Варианта два. Первое, чтобы не пустить плохие микробы, когда они появятся, или чтобы помогать коже ощущать жар или холод. Первый вариант. И это правильный вариант. Артем, кожа выделяет на поверхность кожное сало, верно? Да. Зачем? Чтобы защититься или чтобы раздражать тебя? Защититься. И это правильный ответ. Хотя иногда это раздражает. Алин, вот рисунок на подушечках пальцев, как ты думаешь, для чего он нужен? Для того, чтобы наши пальчики точнее ощущали поверхность предметов или чтобы искать преступников? Первый вариант. Да, это правда, в коже очень много чувствительных рецепторов. И на кончиках пальцев, и на губах их более всего, поэтому мы даже ощущаем давление 20 миллиграмм на этих частях тела. Это вес мухи, например. То есть если муха сядет нам на кончики пальцев, мы ее почувствуем. А если на плечо, то нет? Возможно, нет. То есть у разных участков кожи чувствительность может быть немножко разная. Можно где-то и не заметить. Ульян, верно ли, что мы, как змеи, скидываем кожу в течение жизни? Да. Ульяна... Готовилась? Нет. Да, это правда. Мы делаем это не так, как змеи за один присест. Мы делаем это постепенно, регулярно. И к 70 годам мы где-то уже сбросим 48 килограмм кожи. Ого. Один человек. Да, она постоянно обновляется, потому что она нас защищает, и ей тяжелее всего приходится. Так, и Артем, последний вопрос. Когда ты касаешься рукой горячего чайника, перед тем, как одернуть руку, ты успеваешь подумать или нет? Нет. Я думала, вдруг кто-нибудь успевает. Ну да, это правда, потому что кожа, нервные, чувствительные клетки в коже напрямую сигнализируют мышцам, чтобы мы одергивали руку. Этот сигнал даже не поступает в мозг, чтобы не задерживаться. Мы только потом осознаем. Да, только потом уже осознаем, что... Что мы спаслись от ожога. Здорово, ребят, вы отлично разбираетесь в том, для чего нам нужна кожа, не только для красоты, не только чтобы быть оболочкой нашего тела, она нас защищает, она постоянно чем-то режемся, травмируемся, падаем, но благодаря коже остаемся красивыми, невредимыми и целыми. Кожа защищает нас от ветра, от солнца. И у меня такой вопрос. Она так много для нас делает, а что вы делаете для нее в ответ? Давайте вы мне... Мне очень интересно узнать, как вы ухаживаете за кожей, какими продуктами вы пользуетесь, просто типы, чем умываю. С кого мы начнем? Артем, может быть, с тебя? Вода, я жду. У меня началась в восьмом классе. Так. Все. Вода. То есть ты только утром и вечером ополаскиваешь лицо водой. Да. Отлично. Так, Ульян. Я умываюсь утром и вечером гелем для умывания.
Увлажняю кожу кремом для лица. Ну, в общем, для лица и для тела, но раз написано, что на лицо можно мазать, значит, я мажу. Вот. И если там есть какие-то ранки, то обеззараживаю там хлоргексидином, например. Хлоргексидин. Да. Так, хорошо. Вот. Ну, в принципе, все вроде как. Отличное начало. Хорошо. Ну, Алин, я думаю... Ну, я, если была какая-то съемка, у меня есть косметика, потому что обычно же я не крашусь, то я смываю мицеллярной водой, а так у меня вообще ничего особенного, и зависит от уровня лени на самом деле. Ну, я умываюсь пенкой и брызгаю тоником, и все. А после тоника уже не пользуешься, да, ничем? По настроению и по уровню лени все зависит. Вот. Ну, там иногда, если какие-то воспаления, то хлоргексидином или чем-то еще, что как-то может прижечь ранку или что-то еще. Не знаю, как-то нет у меня такой системы, чтобы прям знать всегда по-разному. Понятно. Ну, может, это и плохо. Нет, ничего плохого или хорошего, как говорится, все наш опыт. Ну и сегодня мы как раз побольше узнаем о средствах, о косметике, как ими пользоваться. Отлично, ты затронула тему, ну и ты, и Ульяна, раздражений, воспалений. Как часто вы с ними сталкиваетесь? Регулярно. Алина. Ой, простите. Ну, можно в любом порядке, как вам нравится. Ну, часто, но бывает к периоду, когда вообще все прекрасно, но бывает, когда все плохо. Да-да-да. Да, поэтому абсолютно по-разному. Но, можно сказать, периодически. И под воспалением ты вот что понимаешь? Какие-то просто красные такие пятнышки, ну, раздражения, прыщи, или прыщи прям уже такие более явные? Да, бывает более такое, явные. Что, там, допустим, вот недавно я была долго, я ездила на поезде, и чисто, в общем, я плохо ухаживала, потому что не было условий, и у меня очень сильно закупорились поры и все такое. Mm-hmm. Вот, ну, то есть от обстоятельств зависит. Ну, конечно, да, если длительное путешествие, там особо и... Не поухаживаешь, не очистишь толком. Ульян, есть что добавить на эту тему? Как ты реагируешь, переживаешь, не переживаешь? Насчет чего? Насчет прыщиков, воспалений. Конечно, переживаю. Конечно, ну, не знаю. Некоторые же еще и болят, что добавляет только к желанию что-нибудь с ними сделать. Бояться это в каком смысле? В смысле бояться? Ну, ты сказала, что боятся. Болят. А, болят. Да. Извини, пожалуйста, болят. Да, да. Ну да, конечно, такое бывает. К сожалению. Артём. Что? Ты сталкиваешься с проблемой каких-то прыщиков, высыпаний? Нет. Пока нет. Кстати, 80% подростков сталкиваются с проблемой прыщей. Ну, то есть, с одной стороны, это большинство. С другой стороны, можно попасть, Артём, в 20%. Вот это да. И минует сия проблема. Получается так. А знаете вы вообще, почему прыщики и образуются? Как вы думаете? Закупоривание пор? Да. Повышенное выделение желез. Да вы точно готовились? Нет, конечно. Ну окей, может быть, плохое питание? Или, так, не знаю, грязное постельное белье, или... Интересный вариант. Молочка. Молочка, в смысле, в пищу, ну, да, молочная, да, да, продукция. Да. Молоко, там, творожки всякие, ну вот. Мне кажется, варианты. Это индивидуально, потому что у кого-то, допустим, плохо реагирует лицо. Мне вот, я обожаю яйца и молочку, у меня на этой реакции точно нет. Она сладкая. У меня, знаете, есть на KFC реакция. На что? На KFC. Крылышки острые. Потом все плохо после них. Сначала позитивная реакция, да, когда хочешь, а потом... Ну, на самом деле, вы очень важную тему затронули. Действительно, ученые очень долго изучают связь между высыпаниями на подростковой коже и продуктами питания. Периодически приходят к разным выводам. Вначале говорили о том, что... Да нет, связи какой-то особо нет. Сейчас вроде наоборот все-таки склоняются, что связь есть. И про молочные продукты Ульяна очень верно сказала, потому что молоко
может содержать вещества, которые могут дополнительно стимулировать как раз выделение кожного сала. И чаще всего это относится к продуктам молочным, ну, не очень высокого качества, тогда, когда, может быть, коровы ели не чистую свежую травку в поле, а, может быть, получали какие-то дополнительные прикормы, и вот эти дополнительные вещества в молоке, правда, могут. Но если есть доступ к фермерским продуктам, то это можно минимизировать. Подозревают очень серьезно мучное, вот, а шоколад, говорят, можно есть. То есть в какао-бобах точно проблем нет, вот сахара лучше бы избегать. Но вы очень точно и правильно сказали в самом начале, ребят, супер молодцы, что первая эта проблема, основная, это закупорка пор и повышенное выделение кожного сала. Хотите, я вам покажу на картинке? Да. Да. Спасибо. Конечно. Я надеюсь, будет видно и нашим дорогим зрителям тоже, но я немножко сейчас вводную информацию скажу. Вы знаете, что такое гормоны? Да. Ну. Кто сказал, тот продолжает. Ладно, нет, не знаю. Гормоны – это вещества, то есть гормоны – это профессия веществ. Это сигнальные вещества, которые бегают по нашему организму и сигнализируют разным нашим частям тела о том, что нужно что-то делать. И в подростковом возрасте, когда организм перестраивается во взрослое состояние, работы в организме крайне-крайне много. И поэтому этих сигнальных молекул в организме тоже становится больше. Это постепенно потом ситуация сглаживается. Говорят, в районе там, 20 с небольшим лет мы получаем гормональный паспорт. Ну, то есть у нас фон устаканивается, и работа уже в такое стандартное русло входит. Но до этого немножко вот такие перестройки. И наши сальные железы, а их больше всего как раз на лице, на шее и на спине, они чувствительны просто к гормонам. То есть тут немножко, не желая того, вот этот повышенный активный гормональный фон активирует эти сальные железы. Они начинают выделять больше кожного сала. Вот так они выглядят. Вот эти два желтых, золотистых мешочка – это наши сальные железы. Угу. И они выходят вот в проток. Вот здесь они показаны, справа и слева от волосяного фолликула. Угу. А на вот этой нижней картинке это что происходит? А сейчас мы туда, спасибо, Алин, за твой вопрос, мы как раз туда идем. Вот, представьте, выделяется больше кожного сала. Угу. Первое, что происходит, мы говорили, что у нас на коже живут микроорганизмы, в том числе бактерии. И есть такие бактерии, которые любят кожное сало. Вот любят сало. И как только его больше, они начинают активнее размножаться. Они, в принципе, естественным образом живут у нас на коже и как раз нам помогают, но тут такая питательная среда, что их становится больше, чем нам бы этого хотелось, чем нам нужно. И вот здесь, вот в этих сальных протоках, они как на KFC сбегаются и начинают активно размножаться. В итоге они кушают сало, и то, во что они его превращают, заставляет нам, мы помните, тоже говорили, что кожа постоянно обновляется, так вот, вот это много кожного сала и продукты жизнедеятельности этих бактерий, они склеивают вот эти чешуйки кожи вот здесь вот на поверхности, и они не могут отслаиваться. И вот здесь как раз из-за этого может произойти закупорка нашей поры. Так это выглядит. А бактерии там дальше живут, а они дальше питаются, и вот ниже видно, что... А куда делся волос? Да, тот же вопрос. Волос. Ну, его, наверное, решили не рисовать, чтобы сконцентрировать внимание на собственной проблематике. Он как был, так и остался. Спасибо, что заметили. Вот кожного сала здесь становится все больше, бактерий все больше, могут подтянуться бактерии и другие. И вот так вот у нас возникает вот этот самый прыщик. Вот. Поэтому как мы можем на него влиять? Ну, мы можем... Выдавить, конечно. Так, мы к этому еще вернемся.
мы можем как-то контролировать выделение кожного сала. Это сложно на самом деле, но да. есть варианты. И мы можем как-то дезактивировать бактерии, чтобы они там так сильно не, угу. не размножались. Угу. Артём, что? Интересно? Очень. Честно? Да. Хорошо. Так, ну раз мы уже пришли к тому, что возникает непреодолимое желание выдавить прыщик, у меня есть здесь подборочка мифов. Ой, а давайте сначала тогда поговорим, может быть, о косметике NFW. Давай. Вот, потому что как раз она воздействует на те несколько причин возникновения прыщиков и может с ними помочь. У нас в составе есть ингредиент на основе цинка, цинк PCA. Да, это многие мажут прыщи цинковой мазью. Но она хорошо да, потому что цинк известный такой антисептический, подсушивающий, угу. антибактериальный ингредиент. Ну, сам цинк, это же металл, его в косметику, разумеется, не положишь, как натрий, да, он твердый, угу. металлический, блестит. Но есть его производные, например, соли. Вот у нас у всех на кухне есть хлорид натрия. Да. Это угу. же не чистый натрий, это натрий и хлор, хлорид натрия, соль. Вот. Так вот, ингредиент, который мы здесь используем, это тоже соль цинка. Она немножко так сложно называется. Цинковая соль пиролидон карбоновой кислоты, поэтому мы ее просто сокращаем, ну не мы в смысле Фаберлик, а в принципе в косметике mm-hmm. ее сокращают до цинк PCA. Здесь на задней части она указана как ингредиент. Вот, наверное, для вас, дорогие наши подписчики, будет не видно, но вот ребятам я покажу. Вот видите, цинк PCA. Mm. Вот он. Вот это mm-hmm. один из действующих ингредиентов. То есть он у нас работает против бактерий, и еще плюс он снижает активность сальных железок за счет того, что он снижает их чувствительность по отношению к вот этим гормонам, которые делают свои важные дела в организме. Поэтому кожного сала чуть меньше, бактерий чуть меньше, ситуация от этого намного лучше. А второй ингредиент в составе – это тасманский перец. Кто знает, где находится Тасмания? В Африке. Азия. В Мексике. Нет, Азия. Нет. Нет? В Южно-Азии. Почему? По географии тоже четверка натянута. Ну, это правда редкая и очень далекая страна, о ней мало говорят. Южная. Ну ладно, нет. Австралия, и под ней находится маленький островочек под Австралией. Да, вот хорошо. Это Тасмания. И там растет прекрасный тасманский перец. И, возможно, у вас возникла такая ассоциация, что перец что-то жгучее, да? Но вот. Этот такой интересный, его даже называют розовым перцем, он, наоборот, обладает успокаивающим кожу действием. Снимает покраснение, угу. снимает вот это раздражение. Так, что у нас в составе? Давайте, может быть, пробовать. Даже не может быть, а давайте пробовать. Не все мы сможем, потому что, например, лосьон для черных точек сейчас лицо протирать не будем. А вот, например, крем матирующий давайте откроем. Алина, расскажи, ты снималась с этими продуктами в ролике. Как тебе было? Как тебе дизайн? Я думаю, что это очень круто, что есть такая линейка косметики, которая ориентируется именно на растущий организм. И они еще все... Ну, то есть там есть и гель-пенка, и очищение, и там еще несколько этапов. То есть это захватывает все этапы ухода. Точно, абсолютно. У нас есть... гель-пенка для очищения, про которую Алина только что сказала. Затем лосьон от черных точек. Маска. Так, если нужны влажные салфетки, у меня есть. Но я думаю, крем... Но он же впитывается. Крем, да, крем без проблем, а вот маску, может быть, захочется. Маска. Что? Попробуешь? Я потом салфеткой уберу. Угу. А можно задать вопрос? Конечно. А как матирующий крем может увлажнять? А это шикарный вопрос, Ульян. Ты знаешь, дело в том, что кожное сало
И увлажняющие компоненты, это, они решают задачу эту сильно по-разному. То есть кожное сало, его задача покрыть нашу кожу такой вот защитной пленочкой, но кожное сало, оно ну, маслянистое, оно воду отталкивает. Но при этом наша кожа, когда мы говорим, что ей нужно увлажнение, мы же на 60% состоим из воды, и точно так же кожа наша состоит из воды. То есть в ней есть одновременно и масляные компоненты, и водные, причем в определенном балансе. Это как шахматы. Есть белые фигуры, есть черные фигуры. Если нет какого-то одного цвета фигур, то игры не получится. И коже нужны и жиры, но нужна и вода. И поэтому, когда мы говорим, что крем матирующий, это значит, что он, с одной стороны, действует так, что он содержит ингредиенты, которые впитывают вот кожное сало избыток, но плюс содержит компоненты, которые притягивают воду и удерживают ее на поверхности. То есть два важнейших действия для кожи. Так, и что мы забыли? Мы забыли крем-корректор для точечного нанесения непосредственно на прыщики, на зону на зону раздражения, воспаления. Ты пас? Да. Ладно. Я нет. Он с тонирующим пигментом. Я сейчас дам вам салфетку, потому что... Но это при этом как не тон, это он как крем больше, да? Да, да. То есть его не нужно наносить на все лицо. Наносим на прыщик, чтобы его подсушить. Здесь активные ингредиенты все в высоких дозировках, чтобы... Ну, то есть он не просто маскирует, он еще и лечит. Да, да. Один оттенок подходит всем? Да, мы взяли такой достаточно нейтральный оттенок, который подходит всем. Так, маска почему вот беленькая, видишь? Потому что в ней помимо вот соли, цинка, PCA, есть еще оксид цинка. Он тоже обладает таким антибактериальным действием. Вот. Но масочку, понятно, ее просто нужно смыть после того, как вы воспользуетесь. Ее не нужно оставлять на коже, поэтому вот белесых таких вот разводиков, когда вы наносите ее, потом полностью смываете, конечно, не будет. Здесь мы просто пробуем. Вот. Так. Сейчас я чистую возьму. Как вам продукты? Ну, неплохо. Крем как крем. Крем как мне крем. Мне нравится, как пахнет. И еще мне нравится, что маска, она вот с такими частицами, как скрабирующими. Вот эти вот точечки. Да, это как раз за счет оксида цинка, за счет других ингредиентов. Да, это правда. Мы потом чуть позже сейчас перейдем о мифах ухода за кожей молодой и склонной к жирности. И как раз там подробнее поговорим о скрабах, как часто можно ими пользоваться. Так, еще дать? Нет, спасибо. Нет. Ульян, точно? Ну, давайте, ладно, корректор стереть. У нас их много. Хорошо. Спасибо. Ой. Так, ну, про серию мы еще будем к ней периодически возвращаться, поэтому давайте начнем тогда говорить о мифах. Смотрите, у меня есть карточки, будем их тянуть. Не знаю, посмотрим, сколько мы успеем. Тут написано утверждение, вы скажите свое мнение, правда это или нет, ну и потом мы вместе обсудим. Угу. Давай, Алин, с тебя начнем. Тяни, какую хочешь. Давай. Чем чаще очищаешь лицо, тем лучше. Что ты думаешь? Это сложный вопрос. Ну, я думаю, что просто не без крайности. Часто очищать лицо – это хорошо, ну, понятно, что это не нужно делать каждый час, например. Там же какие-то микроэлементы точно есть, которые тоже убираются. Но это мне так кажется. Ребят, что вы думаете? Конечно, хорошо. Кожного сала много, и нужно помогать коже как-то с ним справляться. Вот. Но это, конечно, зависит от типа кожи. Бывает же сухая, например, кожа. Тогда, конечно, плохо часто мыть лицо. А если жирно, то, конечно, надо помогать. Что? Ну, хорошо, Артём, ты что? Ну, или давай мы тебе потом... Хорошо. Твои мифы, да? Да. Ну, правда, вопрос очень сложный, Алина, точно, и Ульяна, вы точно сказали, отметили. Очень
часто, ну даже просто часто очищать кожу не нужно. А почему? Потому что, помните, мы в самом начале, не помню, кто отвечал на этот вопрос, по-моему, Артем, ты тогда правильно сказал, что кожный жир, кожное сало, его задача, нет, помнишь, в самом начале, его задача защищать кожу. Да, поэтому он не для того, чтобы нас раздражать, а для того, чтобы защищать. И если очень часто очищать кожу, умываться, то кожа на самом деле среагирует обратным процессом. То есть он ей просто нужен физически, и она будет его производить больше. И поэтому можно, правда, столкнуться с немного такой парадоксальной ситуацией. Я вроде очищаю, и кожного сала меньше не становится. Вот. А что еще важно, у нас на поверхности кожи есть не только кожное сало, но еще и другие компоненты, которые нужны для поддержания работы кожи как барьера, а она же, наш барьер, мы же не хотим пускать внутрь нашего организма все подряд. И мы очень частым очищением можем вот этот барьерный слой защитный повредить, разрушить и получается сделать только хуже. Вот, угу. Поэтому правильно, Алин, ты сказала, что... Не без крайностей. Очень сильно без крайностей. Утром, вечером больше не нужно. Если в течение дня, то есть какие-то матирующие салфетки, другие варианты немножко справиться с жирным блеском, если он так прям раздражает. Хорошо. Ой, если вдруг что-то есть смотрю. Вопросы какие-то, я не до конца объяснила, то спрашивайте. Маски с глиной можно делать 1-2 раза в неделю. Ну вот вы нам только что сказали, что часто нельзя умываться, потому что вырабатывается еще больше кожного сала. А маски из глины — это ужасно сушащая вещь. Поэтому их реально нужно делать в меру только 1 раз в неделю. 1-2 раза в неделю. Шикарно. Гениально. Спасибо. Так и есть. Маски 1-2 раза в неделю. Так, Артем, тяни. Давай-ка. Так, поры не могут открываться и закрываться. Ну, почему могут? Ну, они закрываются, когда закупориваются, и открываются, когда они чистые. Это же логично. Слушай, вот мужская логика, да? Что, ты прав. Я, правда, когда этот миф писала, я немножко по-другому думала, но в плане того, что... Под я-то как подходила, с какой логикой женской, что открывается-закрывается, значит, есть какая-то мышца, например, да, которая сужает и расширяет. А в поре мы видели мышцы, мышечного волокна никакого нет, поэтому с этой точки зрения поры никто не управляет, мышцы не управляют. Но, Артем, супер, ты правильно сформулировал, что действительно в плане, что она может закупориться. А вообще они могут сужаться и расширяться? На самом деле нет. Когда мы так говорим иногда, мы имеем в виду, что, например, в ванной или в бане, когда воздействие пара может просто размягчиться содержимое поры. Но сама пора шире стать... Ну, опять же, если в ней вот зреет вот этот вот прыщик внутри, то просто растягивает вот эта вот масса кожного сала, если пробка есть. Вот. Но какой-то мышцы или механизмы, чтобы пора схлопнулась и расширилась сама, такого механизма нет. А как вот просто многие косметические бренды, они делают рекламу, что вот это вот сужает поры, как это работает? Знаете, что имеют, здесь имеют в виду еще что? Когда у нас, если мы работаем над тем, чтобы кожа обновлялась, мы очищаем поры, то визуально это может выглядеть как, что поры сузились. Они чище, они не растянуты сальными веществами. Вот в этом смысле имеется в виду. Поняла. Спасибо. Итак, скрабы лучше всего справляются с прыщами. Но, насколько я знаю, скраб — это что-то отшелушивающее, нет? Да. Ну, значит, нет. Потому что, ну, прыщ требует внутреннего вмешания. Ну, нет. Правильный ответ, Артем, супер, молодец. Правда, со скрабами мы пользуемся для того, чтобы... Помните, я говорила, что избыток кожного сала, он не дает нашим верхним чешуйкам кожи удаляться, они накапливаются как раз в устье нашей,
нашей сальной железы, и в какой-то момент могут просто ее закупорить. И скрабы нам нужны для того, чтобы помогать вот этим клеткам, так как наша природа, кожа задумала, эти чешуйки удалять. Вот. Но если скрабами пользоваться очень часто, например, каждый день, то опять же это грозит нам повреждением нашего защитного слоя, ухудшение ситуации. И если уже есть вот такие гнойные прыщики, и если их повредить, например, скрабом, то это может, ну, и к шрамикам потом привести, и наоборот растащить вот эти бактерии дальше по лицу. Поэтому скрабами пользуемся тоже 1-2 раза в неделю и очень аккуратно с прыщиками и вот с воспалительными элементами. Так? Ну что, давайте, может быть, еще сейчас второй круг завершим и, наверное, уже будем делать мицеллярную воду, да? Давайте. Так, не стоит использовать косметику родителей для решения проблем прыщей и жирной кожи. Так. Ну, если вы возрастом не с родителей, то, конечно, не надо брать их косметику, особенно без спроса. Я точно готовилась. Правильно, абсолютно. Дело в том, что косметика для молодой кожи, как, например, N4W, содержит ингредиенты, которые, ну, собственно, нужны молодой коже для решения ее задач. А взрослая косметика, она таких ингредиентов не содержит, зато содержит совсем другие, которые молодой коже не нужны. Поэтому не стоит пользоваться косметикой родителей. Я в детстве всегда боялась пользоваться маминым кремом против морщин, Правда? Потому что я боялась, что я стану младенцем, если буду намажать им. Если выдавить прыщ, он быстрее пройдет. Опа, вот мы про эту тему говорили. Во-первых, это очень опасно, может быть, потому что можно выдавить его так, что он внутри там эту заразу, как мне кажется, растащит, что это типа гной. Можно же не весь выдавить, а можно выдавить так, что он в другую сторону выдавится. И, ну, просто у меня была такая ситуация, что у меня были угри на подбородке 2 года назад, и я их выдавливала, и в итоге я просто сделала так, чтобы было еще все хуже. У меня просто пошло дальше. Вот, поэтому нет, точно неправда. Правильно, Алина, ты абсолютно точно сказала, потому что то, что мы видим на поверхности, это лишь часть. Вот мы видели, как глубоко может залегать содержимое прыща, в том числе и внутри. И вот если представить эту всю массу как бутылку воды, когда мы ее вот здесь вот сверху, например, на нее давим, может ведь лопнуть и здесь, и внизу. А это уже, смотрите, это тот слой, более глубокий слой кожи, где уже рядом проходят кровеносные сосудики. Вот синие-красные полосочки. Вот. И значит, что вот содержимое вот, это, вот этого пузырька может попасть в глубокие слои кожи, может даже попасть в кровь, и это будет грозить, наоборот, более длительным заживанием. Возможно, могут остаться шрамики, ну и все вот эти вещества нехорошие могут лишь дальше разнестись. Ну, то есть не надо. Вот. Хорошо, как скажете. Хорошо. Приятно с вами работать. Да, но это сложно просто иногда удержаться. Я согласна, я согласна абсолютно точно. Если, ну, лучше тогда обращаться к специалисту, потому что мы же давим их неправильно, их не нужно, ну, вот, да, так вот как сдавливать, вот так, я... как бутылку, да. Нужно по-другому, ну, как специалисты, врачи знают, как работать с кожей. И вот хотела еще сказать дорогим родителям подростков: не пренебрегайте серьезными стадиями угревой болезни, обращайтесь к специалистам, потому что есть такие стадии, такие этапы серьезные, когда своими силами уже не справиться. Вот мне чистка лица помогла, когда человек, который понимает, как это нужно, да, делать, они убирают все там, то, что внутри, но они делают это правильно, так что потом реально заживает. Вот, просто нет воспаления, и потихоньку все зажило. Ну да, а то можно дома даже руки не помыть и уже лицо трогать, уже как минимум заносится загрязнение с рук. Ну что, давайте сдаем. Тут еще у меня был интересный миф про то, что жирную кожу не нужно увлажнять. Но мы, мне кажется, тоже про это поговорили, да, Ульян, когда я рассказала, что удивительно, но жирная кожа может быть сухой.
потому что избыток кожного сала и то, что делают с ним бактерии, они его немножко превращают в нехарактерную для кожи вот жирную вот эту фазу, и наоборот барьер становится более проницаем, и вода из внутренних слоев испаряется, и кожа становится обезвоженной. Поэтому жирное обезвоженное – это не парадокс, это не какая-то вымышленная ситуация, а вполне часто встречающаяся. Поэтому даже жирная кожа требует увлажняющего крема. Артём, не скучно? Нет. Супер. Ну, мы сейчас перейдем к более, еще более интересной части. Давайте будем делать мицеллярную воду. Так. У нас есть мешалка. А видно мешалку? Всем видно мешалку. Давайте немножко я сдвину продукты и беру лишнее. Так, кто думает, что мицеллярка это очень простой продукт? Я. Тот будет ее делать? Нет. Так, ну смотрите, у меня есть стакан. В нем есть... Это называется якорек. Это металлическая палочка, покрытая пластиком. Ага. А это магнит. Поэтому, когда я ставлю стакан с палочкой на мешалку и включаю магнит, а он действительно кружится, вот если сюда заглянуть, видно, как он вращается. Вот, у меня начинает перемешиваться. Ого! Класс, да? Да. Так, в этом стакане мы будем делать нашу мицеллярную воду, и нам... Прежде всего нужна вода. Неожиданно. Вообще вся косметика состоит, мы состоим на 60% из воды, косметика состоит из, ну, как минимум 50-60% воды, потому что, ну, она должна нам подходить хорошо. А эта вода какая, обычная? Нет, эта вода необычная, это вода очищенная, потому что из воды из-под крана могут быть какие-то... В смысле, она не дистиллированная? Дистиллированная, да. Ну, а ее у нас специально производство очищают, чтобы не было и вот ионов, солей, которые могут быть просто в воде из-под крана. Так, ну смотрите, я... Вообще, когда технологи разрабатывают косметический продукт, вы представляете, как это выглядит? Нет. Вот нет. Они в лаборатории, в белых халатах, как я сейчас, работают с огромным количеством ингредиентов. Они их смешивают, они подбирают концентрации очень долго, методом проб и ошибок. Вот. И потом готовят... В финале у них получается рецептура, рецепт, как вот мы на кухне что-то готовим, но только на кухне можно всегда пуститься в эксперимент, где-то немножко попробовать что-то увеличить или уменьшить, а когда технолог пишет рецептуру, там точно прописаны дозировки каждого ингредиента, очень важен порядок их ввода в воду. Получилось у меня. Так, кто мне отмерит 70 миллилитров? Артём, давай ты. 70. Я сейчас уже вчера все посчитала, все взвесила, поэтому мы сейчас заниматься расчетом не будем. Давай. Воды нам нужно 270 миллилитров. 200 я отмерила здесь по мерке стакана. Вот 70 мне Артём помог. Спасибо тебе большое. Так, нам нужно ее нагреть до 35-40 градусов, поэтому я включила здесь нагрев. У нас есть термометр. У нас есть термометр. Сейчас мы пока просто мы опускаем его в воду, нажимаем на кнопочку, и он нам будет показывать текущую температуру воды. 28. 28. Нам нужно 35-40. Пока ждем. А я пока расскажу, что мы будем дальше добавлять. А дальше мы будем добавлять поверхностно-активные вещества, или сокращенно ПАВы. А что это? Спасибо за вопрос. ПАВы. Начну издалека. У нас на коже кожное сало. Оно жирорастворимое, ну масло растворимое, правильно?
Потом, если мы еще пользуемся косметикой, в том числе декоративной, часто она тоже, чтобы водой легко не удаляться, например, если дождь пойдет на улице или там, глаз начнет слезиться вдруг и за что-то попадет, то декоративная косметика тоже часто маслорастворимая, правильно? Угу. И если мы начнем просто водой попытаемся это смыть, то у нас ничего не получится. Просто масло водой не подцепится и очищение не произойдет. Вот. Поверхностно-активные вещества – это такие молекулы интересные, которые позволяют маслу и воде подружиться вместе. Это молекулы, можно сказать, молекулы, знаете, сфинкс? Да. У него голова человека, а тело льва, да? Вот ПАВ, он примерно такой же. У него голова любит воду и стремится к воде, а хвост, и тело и хвост, оно скорее маслорастворимо, поэтому стремится к маслу. И поэтому, когда вот такие вещества мы вводим в воду, а потом очищаем такой водой лицо, то вот головками, головами эти молекулы остаются в воде, а хвостиками цепляют загрязнения и удаляют их. Угу. Вот. Так, смотрим. Ноль. О, 31. Так, ну все, буквально чуть-чуть осталось. Нам нужно 35. Так, ПАВов у меня 2 для этой мицеллярной воды. А эта мицеллярная вода будет та же, какая есть в линейке NFW. Угу. Вот. А нужно 2 разных вида добавлять? Формулы могут быть очень разные. У нас здесь и в этой рецептуре 2 вещества. Угу. Бывает одно, например. Это ПАВы, мы здесь специально использовали мягкие ПАВы, а это значит, что они бережнее кожи, бессульфатные, сейчас это актуально. Кстати, кому интересно, вот так выглядит цинк PCA, вот такой белый порошочек. Так, ну что, я думаю, у меня нагрелось. Прикольно. Прикольно. Смотри. Так, 32,5. Мы почти на финишной прямой. Так, потом будем добавлять глицерин, лимонную кислоту. А вы знаете, что такое pH? Баланс. Так. Я забыла, какой, но баланс кожи. Как, кто, что тебе по химии, говоришь, поставили? 4 с очень большой натяжкой. Щелочной. Кислотный щелочной. Ну ты все знаешь. Какие натяжки? О чем речь? Ну а как же там уравнения химические? Ну, знаешь. Это а уже... тот цинк – это растворенный порошок? Да, да, я почему вам его показала, потому что, чтобы нам здесь время не тратить, я здесь уже растворила нужное количество цинка в небольшом количестве воды, чтобы мы его сразу же уже ввели. Так, ну я думаю, что все, да? Не будем. Показываю. Ульяна, ты точно абсолютно правильно сказала, почему я сейчас тему pH подняла, потому что мы к ней чуть позже вернемся, потому что в конце мы померяем pH нашей мицеллярной воды. Дело в том, что pH есть у любого жидкого продукта, ну, у любого водного раствора. А кожа удивительный тоже водный раствор. Кожа? Ну, там есть вода, поэтому у кожи есть в том числе свой pH, значение pH. Оно составляет от 4,7 до 5,5. Вот. А pH просто воды семерочка. Так, ну все, давайте добавлять. Так, начинаем с ПАВа номер 1. Так, у вас вопросов нет еще пока? Пока нет. Вы задавайте, если что, не стесняйтесь. Так, у меня вот есть пипеточки очень удобные. Я просто... Можете поближе подходить? Да, вот еще видно. Да, страшно? Сейчас взорвется. Не, мы это уже пробовали. Жалко. Жалко? Так, добавила 1.
А вот эти ПАФ, они только в специальных лабораториях можно получить, да? Ну, в принципе, да. То есть дома не сделать мицеллярную воду? Мне понятен ход вашей мысли. Видите, она так сначала входит, а немножко... Я просто подумала, почему на химии какую-то ерунду мешаем, которая не нужна, если можно сделать мицеллярную воду. Это будет полезно. Учителя химии, если вы нас слышите, тут возникло очень хорошее предложение. Так, я добавила два наших очищающих компонента. Теперь я добавляю глицерин. Это связующее вещество? Глицерин – это увлажняющий кожу ингредиент. Вот. Сейчас много про него говорят, но на самом деле, как будто бы, что глицерин может быть даже и как-то не очень полезен для кожи, но на самом деле это не так, потому что глицерин является естественным компонентом нашей кожи, в принципе. Угу. Вот. Поэтому он в ней всегда присутствует. Так, мне нужно 1,3 миллилитра. Он достаточно вязкий, хотите посмотреть? Угу. Давайте. Вот давайте даже, сейчас я вот добавлю, а потом вам покажу. Оп. Вот. Вот возьми пипетку, попробуй, как он будет туго заползать в нее. Чувствуешь? Угу. Прям такой вязкий. Угу. Вон, видите, так вот он. Ну это же масло. А вода все еще продолжает нагреваться? Угу. Но я ее контролирую. Так, с этим мы закончили. Так, нам осталось совсем немножко. Ну как немножко? Мы потом просто немножко к другому стаканчику перейдем. Так, мы сейчас добавляем лимонную кислоту. А она зачем нужна? Вот. А как раз лимонная кислота нужна для того, чтобы наша мицеллярная вода имела тот pH, который мы запланировали. Он в районе пятерки. Именно тот, который у нашей кожи. Так, это я добавила. И добавляем наш активный ингредиент. И с этой частью мы закончили. Пока мы стаканчик снимаем, оставляем его здесь. И теперь нам нужно приготовить, это мы называем вторую фазу. У нас есть маленький стаканчик с солюбилизатором. Солюбилизатор, знаете, что такое? Нет. На самом деле это тоже... поверхностно-активное вещество, тоже ПАФ, просто его задача немножко другая. Он хорошо растворяет маслорастворимые вещества. Если мы просто сейчас добавим их в воду, то они будут плавать на поверхности, а нам нужно, чтобы они растворились. Угу. Поэтому мы для начала их добавим к вот этому специальному ингредиенту. Он, видите, такой немножко как мазь. Вот. Я его сейчас кладу на плитку, для того, чтобы нам его, да, чтобы он, он плавится. Вот видите, он плавится. Сейчас он станет более жидкий. А какие у нас ингредиенты, которые не растворяются в воде, которые требуют вот такого дополнительного растворения? Это отдушки. Кто? Отдушки. Ароматическая композиция для косметического продукта. У нас косметика... чаще всего имеет какой-то аромат, и в этом случае у нас... Разве в мицеллярной воде используется отдушка? Да, очень часто да. Ну, есть случаи, когда нет, но в большинстве случаев да. Чаще всего в косметику добавляют. Я вам сейчас... Но они безвредны, да? Ну да, конечно.
Что это вы так? Такая пауза была сначала. Я думала, что сказать следующим. Просто дело в том, что косметическая промышленность на самом деле очень жестко регулируется. То есть иногда кажется, что компания-производитель косметики может пойти и смешать все, что хочет, в каком угодно порядке, какие угодно вещества взять, но это совершенно не так. На законодательном уровне есть законы, которые регулируют, есть вещества, которые разрешены в косметике, а они разрешены, потому что они проверены на безопасность. Запахло. Вот так одушки пробуют, наносят на блоттер. Ну, чтобы. Потому что здесь очень интенсивно может быть аромат. Это одинаковая одушка или нет? Это разные две одушки. Я сейчас еще сделаю. А чем они отличаются? Ароматом. Ну, похоже? Первый шампунем пахнет. Пахнет. Первая пахнет шампунем, а вторая. Не знаю, каким-то пищевым чем-то. Ну, тебе нравится? Да. Какая-то это больше духами пахнет, а это каким-то гелем или шампунем. Да, да, да. Так, какая у шампунем? Вот это шампунем. То есть вот мандарин у вас пахнет шампунем. А вот это духами. Вот мне наоборот кажется, что вот вторая я пахнет шампунем. Ну, шампунь этот вам нравится? Да. Хорошо, качественный шампунь. Мы просто не могли никак определиться, и наши парфюмеры, наши технологи в итоге скомбинировали. Мы используем их две в определенные пропорции. Можно салфетку? Нет. Влажную, да? Ну да, у меня тут маска здесь осталась. Маска осталась. Да. Ее же не надо смывать. Ну, да, маска может остаться, потому что мы ее нужно смывать водой. Но у нас здесь. Заберите меня, пожалуйста, цинк. Заберите у меня цинк. Так, ну смотрите, вот видите, у меня полностью расплавился солюбилизатор. Так, сейчас мы в него добавим. Отдушки. Так, это у меня шампунь мандариновый. А это мандарин, а вторая что? Вторая одушка называется, ну, у нее фантазийное название. Она называется Fresh Skin. Вот угу. Здесь. Ну, свежесть. Да, но здесь такие цветочные ароматы. Так, вот я добавила. Так, и теперь мы сюда же добавляем консервант. А это не вредно? Вот, ждала этого вопроса. Нет, это не вредно. Любая косметика содержит консервант. Знаете почему? Почему? Потому что... Чтобы хранилось долго. Да чтобы хранилось хоть сколько-то. Вот как быстро у вас продукт в холодильнике портится? Смотря какие. Вот самый быстрый какой? Молоко. Сколько? Не знаю, неделю. Ну вот. Может быть. Гречка. Ну, растительное молоко 3 дня, только если открыто. Ну вот. Все продукты, смеси, все, что содержит воду, там, значит, везде могут жить бактерии, и, значит, это может... Портится, да. И именно важна вода. Вот там, где есть вода, там размножаются и живут бактерии. Вот. И косметика, в которой мы уже проговорили, всегда как минимум 50-60% воды, а вот в мицеллярной воде, очевидно, ее намного больше, там микроорганизмы жить могут очень легко. А потом мы же в косметику добавляем натуральные масла, экстракты. А это все сахарочек для бактерий. Поэтому это просто питательная среда, ну, даже не только про мицеллярную воду речь, а любая косметика. И поэтому любая косметика содержит консервант. Хорошо. Другое дело, что они бывают абсолютно разные. Угу. А как часто надо менять мицеллярную воду? Сколько она хранится в открытом виде? Я думаю, что это может зависеть от производителя. Вообще, ты очень правильно задала вопрос. Дело в том, что есть срок годности у косметики не вскрытой, и он указан на упаковке, например, 2 года, 18 месяцев. Угу. А есть срок годности, когда вы уже баночку вскрыли. То есть пока у вас продукт не вскрыт, вы ориентируетесь на срок годности
вот полтора-два года, как указано на упаковке. После вскрытия начинает действовать другой срок годности. Он указан, я сейчас покажу вам на упаковочке, где он указан. Это так. Баночка такая с цифрой. Да, там баночка вскрытая. Вот. Да-да-да. Вот. Баночка вскрытая. И... Можно посмотреть. Вот. И написано 6, ага. 6 месяцев. 6 месяцев. Вот здесь вот значок. Да, то есть после вскрытия косметический продукт 6 месяцев годен. Его нужно за это время использовать. И в зависимости от... Так, у нас здесь нет мицеллярной воды. А вот если продукт... Я думаю, тоже 6 месяцев. Вот мицеллярная вода NFW. Так, ну все, смотрите, мне осталось добавить только последние... Так, уже у меня нагрев выключен, остается только перемешивание. И нам остались последние два. Это пантенол и как раз экстракт османского перца. Вот два ингредиента нам остались. Сейчас мы их добавляем, и, собственно, все. Вот такой вот экстракт османского перца, чуть-чуть розоватый. Как раз помните, я говорила, что это еще розовым перцем его называют. Можно понюхать? Конечно, но ничем особо не пахнет. Угу. Ну да, не пахнет. Очень немножко. Ну. Пластиком пахнет. Ну, это баночка. Так, я добавила наш перчик. И сейчас я добавлю пантенол. Пантенол успокаивающий, тоже кожу ингредиент. Это провитамин В5 по-другому. Естественный продукт тоже нашей кожи. Пантенол против ожогов, по-моему, нет. Да, кажется, в аптеке вы наверняка видели крема. То есть там, понятно, не сам пантенол, это просто так уже крем называется. Вот, там не... Там крем с пантенолом на самом деле. Вот. И за счет такого восстанавливающего кожу действия как раз пантенол очень часто используется в косметике после загара. Ожогов. Гриппов, да, после ожогов, повреждений. Так, ну, ребят, мы закончили. Классно. Будет, кто пробовать будет? На ком косметика есть? Я готова, мне хочется. Артём, ты что ли? Конечно. Тонны косметики. У меня есть карандаши. А, ну, другое дело. Так, смотрите, мы еще с вами хотели по поводу pH. Вот у меня есть pH. Индикатор pH, это бумажки. Угу. Лак, показываю вам. Меняет вот. Цвет. Да, она меняет цвет, но ты видел уже. Что видел? В 8 классе уже еще нет, не было. Вот, это бумажки. Здесь шкала, какой цвет бумажки будет соответствовать какому pH. Ого. Вот. Сами они вот такие маленькие, желтенькие. Мы сейчас опустим ее. И она поменяет цвет на тот pH, который относится к воде? Да. Вот я опустила. Вот у меня получилось. Наверное, не очень видно. На белом можно. А сразу меняет? Да, конечно. Так, сравниваем. Не изменилась. Ну, 5? Да, она кажется, что не изменилась. Хотите, я вам сейчас докажу, что... Да нет, я верю. Паш, бумажка. Нет, мне просто хочется вам показать. Вот смотрите, у меня есть мыло, кусок. И у меня есть вода. Где у меня вода? Вот, унесли. Я просто немножко мыло смочу, потому что нужна мыльная вода как бы. Вот. Вот сейчас мы сюда добавим бумажку. Зеленый. Красота. Ого. Неимоверная. Какой pH? Большой. 8 или 9, непонятно. Вот, либо 8, либо 9. Ульяна, это какая среда? Щелочная. Бинго. Вот, поэтому еще был один... Ой, а как это понимать, что она щелочная? Красная, это кислотная. Синяя, это щелочная. Все, что выше семерки... В смысле, меньше 7. От 1 до 7 это кислая среда. Угу. От 7 и до 12, до 14 это щелочная среда. Удивительно. Вот. Поэтому, если мы очищаем кожу мылом, а у нас у кожи, ну, в районе
в среднем 5, а мы очищаем продуктом, у которого 8-9. Mm-hmm. Соответственно, мы очень сильно меняем поверхность нашей кожи в этом, в смысле показатели pH. После этого ей потребуется некоторое время, чтобы восстановиться. За это время она будет более проницаема для токсичных веществ, для микроорганизмов. Поэтому мылом лучше кожу... Да что значит, что я говорю лучше? Мылом кожу не очищаем лица. А если вообще ничего нет? Если есть только вода и только мыло, но нужно умыться. Ну, мне кажется, лучше поступить методом Артема. Просто ополоснуть тогда лицо водой. Ну, закупориваются же поры. Ну, что это за такие условия, когда нет ничего, кроме мыла и воды? Ну, вот, например, вот поездка... Куда ты собралась, Ульян, скажи? Никуда не собралась. Ну, вот, ну, на будущее просто, знаете. Ну, вот, ой, рассказывала... Алина, что ехала она в поезде очень долгое время. Нет, у меня были салфетки очищающие. Ну вот, были салфетки. А если бы я тоже поехала и забыла, например, умывала? Ну, Ульян, не забывай. Спасибо. Так, ну что, давайте попробуем. У меня есть карандаши. Один для глаз, один для губ. Так вот я на руке себе нарисую. А какая разница? Какая разница для глаз и для губ? А, Артем, извини, правда, ты прав. Нет, просто какая-то. Да по большому счету никакой, просто цвета есть определенные, которые для губ больше, как бы естественнее. Если синий для губ. Накрасишь так. На глаз, то, что ты делаешь, смыла, вы видели, я смыла? Да. Угу. Так легко смылась. Угу. Так, ну и давайте по... Мы одушки добавляли? А вы нам отольете с собой? Конечно. Вкусно. У меня все мицеллярки не пахнут. Или пахнут вкусно, неприятно. Да. Так. Ну что, друзья, так. А, вот я еще о чем хотела поговорить. Вы заметили, сколько ингредиентов я положила в мицеллярную воду? Да. Поэтому у меня осталось вам, для вас два мифа. Ну, вот скажите, верно или нет? Мицеллярную воду нужно смывать, так или нет? Нет. Да. Надо. Ну, не скажешь. Здесь получается ситуация такая. Мицеллярная вода, как мы заметили, очищает нашу кожу не потому, что она такая волшебная вода, а потому, что мы в нее добавили очищающие ингредиенты. И, разумеется, когда мы протираем кожу мицеллярной водой, они все-таки могут оставаться на коже. Знаете, как легко проверить? Вот. Как? Вот я сейчас нанесу на ватный диск. И сделаю вид, что я снимаю макияж с губ. Я чувствую, оно немножко горько. Да. Вот. Разве вода в московских кранах не хуже? Ну вот это ты правильно, Алин, правильный аргумент. Поэтому на самом деле здесь верного такого однозначного ответа нет. Если нет возможности, а у тебя наверняка так часто бывает во время съемок, что просто нет времени или возможности смыть мицеллярную воду водой, тогда ее можно не смывать. Здесь действительно очень мягкие павы, которые не раздражают кожу. Но если у вас кожа очень чувствительная, например, или ну вот вы дома в спокойной обстановке, почему бы не смыть мицеллярную воду? Например, вы смываете макияж мицеллярной водой, а потом используете гель-пенку. Все равно вам понадобится. Угу. Вот. А кожа не пересушится, если сначала мицелляркой очистить, а потом еще и пенкой? Не пересушим кожу? Нет. Но здесь, ну, во-первых, мы добавили увлажняющие компоненты, они точно так же есть и в очищающем гель-пенке. Здесь тоже очень мягкие павы, поэтому тоже очень бережное, деликатное очищение. Мы говорили, что даже молодую, склонную к жирности кожу слишком сильно очищать не надо. Угу. Но и... Конечно, не нужно очищать кожу по 5 раз в день. То есть мы говорим о, там, например, вечерней процедуре очищения. Мицеллярная вода удаляет макияж, и гель – финальный этап очищения. И дальше мы уже переходим к тонику и к последующему уходу. Ну, хорошо. И, Артем, можно ли мужчинам пользоваться мицеллярной водой? Конечно, почему нет? Нет. Правильно, абсолютно верно. Конечно, мицеллярная вода – продукт универсальный.
Поэтому... Ну, как и все из линейки, да, средства. Да, как и все средства из линейки подходят и для девушек, девочек, для мальчиков, юношей. Так, ну, как вам? Ну, поделитесь впечатлениями, что вам понравилось больше всего из нашей встречи? Мешать мицеллярку, конечно же. Наблюдайте, как это делаете вы. Как палочка крутится. Как, да. Отлично наблюдать за тем, как идет... Ну, это безумно интересно, как кто-то варит мицеллярку. Да. Безумно интересно это изнутри посмотреть, как это делается. Угу. Потому что пользуешься и не задумываешься, что там вот эти все баночки кто-то смешивает, сидит в белом халате. Да, это правда. Мы потом после эфира еще с ребятами попробуем больше. Знаете, я тут узнала, какой самый интересный, оказывается, опыт с мицелляркой. Я не знала. Так, можно уже перемешивание закончить. Ой, я догадываюсь. Выдувать пузыри. А, да. Потому что она мыльная, наверное, ну, в ней есть очищающий ингредиент. Она благодаря им, этим мягким, хорошеньким ингредиентам, прекрасно очищает. Ну, кстати, она вкусная, на самом деле. Палочка больше не крутится. Все, выключила я. К сожалению. Вот. Ну, ничего. Друзья, я надеюсь, наш эфир вам понравился. Мы сегодня обсудили огромное количество мифов о том, как ухаживать за молодой кожей и как за ней ухаживать не нужно. Поэтому спасибо вам за внимание. А тем, кто не смог посмотреть видео, оно будет сохранено в нашем аккаунте. И вы всегда можете обратиться к нему, пересмотреть, потому что, по-моему, было классно. И ребята просто да, спасибо отлично справились. Спасибо. Всем хорошего дня, хороших выходных. Всем пока. Пока. Пока.